Первый кубок высшей хоккейной лиги хоккеист Артем Воронин завоевал 3 года назад в составе Ханты-Мансийской «Югры», а второй совсем недавно в составе «Нефтяника» из города Альметьевск. Спортсмен привез 19 килограммов гордости в Видное, чтобы показать родным и отпраздновать с товарищами. Решил, что если уж тренируюсь с ними, когда не очень удачные сезоны, когда выдался очень удачный, то проведу время тоже в компании друзей и команды «Металлург» «Видное». Начинал Артем Воронин в крыльях Советов. В континентальной хоккейной лиге играл за «Спартак» и «Атлант». В высшей хоккейной лиге выступал за узбекистанские «Хумо» и «Югру». Во времена выступлений в молодежной хоккейной лиге признавался самым ценным игроком плей-офф. Но даже сейчас он не забывает о своих друзьях. Во время плей-офф у Артема там игры, у меня все, у меня ничего нет, кроме как вот хоккей, пробка, не пробка. Я вот телефон поставил, все, я еду, смотрю, переживаем, не спим. Даже, ну, ему же силу возраста, там финальный матч был, чуть слезу дал, порадовался за друга. На важных играх концентрация, напряжение и спортивный азарт. Здесь время для отдыха и игры в удовольствие. Приезд Артема с кубком – это хороший стимул и мотивация для подрастающих хоккеистов нашего округа. Не так много хоккеистов в городе Видное, особенно еще которым удавалось выигрывать. Я надеюсь, что у видновчан все впереди, дай бог, будет намного больше у них регалий, чем у меня так получилось. Я только буду этому рад. Знаю, у нас растет небольшое, но есть подрастающее поколение из города Видного, даже, по-моему, которые ребята играют в континентальной хоккейной лиге. Я так немножко слежу, желаю им удачи и надеюсь, они тоже привезут сюда и медали, и кубки. Кубок Петрова – одна из самых значимых и престижных командных наград высшей хоккейной лиги. Этот хоккейный кубок вручается с 2008 года за победу в финале плей-офф второй по значимости Лиги России. Артем Воронин надеется, что это не последний раз, когда он привозит кубок в родной город. Дмитрий Книга, Кирилл Махров, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.